вами Лара Шум, и сегодня я расскажу в этом видео, как сбываются мечты. Подпишись на канал Лары Шум, ставь лайк, рассказывай своим друзьям и скидывай донат. Пусть эта сумма вернется тебе в 100-кратном размере. Да будет так! Подписывайся! Начну с того, что сегодня мои эмоции зашкаливали, и выглядело это примерно так. Дело в том, что сегодня исполнилось мое заветное желание, о котором я мечтала 2 года, даже больше. И это желание я произносила практически каждый день. Как же сделать так, чтобы желание исполнилось? Произносим его каждый день, но конкретно. До мельчайших деталей вы должны знать, видеть свое желание. Вот, спустя много времени, мое желание исполнилось точь в точь. Все исполнилось до мельчайших подробностей. Это так удивительно, с одной лишь маленькой поправкой. Но об этом чуть позже. Я коуч по актерскому мастерству, и мы с ребятами очень часто на уроке по эмоциям мы изучаем прекрасную эмоцию, изумление. А чтобы мои ученики сделали эмоцию правильно, не играли, а проживали ее по-настоящему, я всегда приводила в пример свою мечту. Я всегда рассказывала им о своей мечте. Итак, эмоция изумления. Самая интересная эмоция, одна из моих любимых эмоций. Здесь мы берем следующее. О чем ты мечтаешь? Вот я всегда беру пример, когда делаю эту эмоцию, это как будто я просыпаюсь на свой день рождения, открываю глаза, а у меня шары под потолком. Вот я их сейчас увидела, эти шары под потолком. Эмоция изумления состоит из удивления и радости. То есть я открыла глаза, я удивилась, когда увидела вот эти вот шары, и обрадовалась в то же время, то есть мне это приятно. Поэтому я всегда советую своим ученикам брать то, о чем вы мечтаете. Причем, а вдруг еще сбудется, да? Вот. Поэтому, да. Поэтому бери то, о чем ты мечтаешь. Там, допустим, большое кольцо с бриллиантом. Но я так подозреваю, ты об этом не мечтаешь. Вот. Ну, там полетать на воздушном шаре. То есть ты здесь вот закрываешь как бы себе глаза, открываешь, и вот ты уже над километром от земли, да? Вот, на большом расстоянии от земли. Хорошо? Поняла, Жансуло? Ну, постараюсь сделать. Давай. Ага. Так, и, в общем, сейчас ты делаешь. Удивление с радостью, то есть это у тебя исполнилось действительно реально, то, о чем ты давно мечтала и хотела. Давай. Вот, не бойся радоваться, вот, не бойся радоваться, понимаешь? А то, получается, мы вроде удивились, а радоваться мы как-то немножко... Да. Слушайте, ребят, ну ладно, я сейчас чуть-чуть порадуюсь. Не бойся радоваться, это же здорово, когда мы радуемся этой жизни. То, что происходит в этой жизни, это прекрасно. Так, эту эмоцию мы с тобой сделали и идем дальше. Самое интересное, что мой бывший парень лежал на этом самом месте и много раз слышал, как я проговаривала это желание с моими учениками. Думаете, он мне его сделал? Осуществил? Фиг. А вот Вселенная исполнила ее, и причем в точности, до мельчайших подробностей. Именно так, как я загадывала. А! Сплю, слышу странные звуки. Открываю глаза, а ко мне в комнату входят шары. Правда, день рождения был не у меня. Порадоваться за другого. Вот что предложила мне Вселенная. Проснулась с эмоцией изумления, удивилась и обрадовалась. А вот как прожить эмоцию изнутри? Добро пожаловать ко мне на курс 13 живых эмоций.